В Индонезии спасатели пока не могут найти корпус пассажирского самолета, в результате крушения которого погибли 189 человек. Мешает сильное подводное течение. Не обнаружены бортовые самописцы, которые могли бы помочь установить причину трагедии. Самолет выполнял внутренний рейс из столицы на один из островов. Борт пропал с радаров через 13 минут после вылета из Джакарты. За несколько минут до этого пилоты запросили экстренную посадку. По некоторым данным, кроме индонезийцев, на борту находились граждане Италии и Индии. Наших соотечественников, по информации российского посольства и Ростуризма, в списке пассажиров не было.